Это она как бы по жизни преследует вообще. В свое время мы ее много раз слышали, под нее танцевали наши фигуристы, и там они чемпионами мира становились. В общем, это стало из какой-то, она то ли перуанская, то ли какая-то бразильская народная музыка, но она стала, в общем, нашей народной музыкой. Советская. Да, она советская стала. Вот. И вот я ее по жизни много раз пытался по всяким нотам играть, никак не получалось. А потом увидел, как один перуанец такой, вот такой, что без перьев, вот, сидит и на гитаре наигрывает. И вот, кстати, все, кому я вот сейчас пытаюсь рассказать, как играть феньками, вот. Вот это пример вот этой феничной игры, вот именно, вот тут обыгрывается два аккорда. Ми мажор и ля минор. Причем вот такие обращения. Вот ми мажор, потом. Ну, септаккордовые, конечно, варианты. Потом. Ля минор. Итого. Вот такая.